Сидим мы тут, умные люди, и наблюдаем за роботом. Мне вспомнилась эта приказка Чаякто. Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как работает робопылесос. Реально это затягивает. Я не знаю, в чем прикол, может, это первое впечатление. Вот сидим уже минут 20, 20 минут, да, 10 минут у нас было. Не перебивайте меня, пожалуйста. Сухая уборка, сейчас 10 минут важно, тоже 10 минут будет. Сидим, смотрим на робота. Кто бы не подумал, что такое будет. Да. Раньше смотрели на птиц, на солнце, на небо. Ну, есть в этом что-то интересное. Что, тут уже высохло? Да, почти высохло. В принципе, нормально. Сначала делает такую влагу-влагу, она быстро высыхает. Ну, вот это, конечно, танцует шикарно. Еще музыку подставить именно под этот момент. Какой-то вальс. Там, получается, воду туда себе набирает, да? У него какие-то есть резервуар. Чешо. Просто тряпку, и он так надолго хватает этих тряпок, мог? Интересно. А комплект этих тряпок надолго не хватает? Там тут в программе Е. Ага, в программе Е. Цикаво. Тряпки меняются, потом вот эти венички, как их назвать, тоже меняются. Что у него там еще меняется? Ну, вакуумный пакет. Вакуумный пакет, который стоит тут. И там на самом фильтре. И фильтр меняется. Интересно, ну, сколько его хватает. Консультант сказал, десь раз в рік той фильтр. Если брать на Алиэкспресс, сколько там, 10 штук, да, стоило около? Ну, там 10 штук всего. Все по 10. Все по 10, это в принципе нормально, там цена на дуже велика. В принципе, може даже дешевше буде, ніж взяти обычный пылесос с влажной уборкой. Там же тоже фильтры надо менять. Там фильтры, я знаю, недешево стоят. Может, это и будет выгоднее. В общем, надо считать, смотреть. Вот такая штука.